Всем привет! С вами любимая компания Электромотора. Сегодня мы немножко попытаемся вам помочь. Если у вас поломался дельный аппарат, вы не знаете, в чем может быть причина его поломки, и вам далеко везти его куда-то или в сервис, или в город, то у нас такой совет. Первое, что нужно сделать, это в двигателе сзади установлены графитовые пластины. В дельных аппаратах, где обороты двигателя составляют 3000 оборотов, этих пластин 2. Там, где 1500 оборотов, этих пластин 4. Вот откройте и посмотрите. Возможно, несколько пластин или сломалось, или рассыпалось. У дельных аппаратов в процессе работы, ну, скажем так, это как износ, это обычное явление, в зависимости от того, сколько времени вы им пользуетесь, могут изнашиваться эти графитовые пластины. Они выглядят вот так вот. Их идет 4. Это для дельного аппарата, у которого 1500 оборотов на двигателе. Эти графитовые пластины стоят недорого. Вы сможете их сами заменить, и вам не нужно будет никуда ехать. По вопросам покупки таких графитовых пластин вы можете обращаться в компанию «Электромотор» по телефону 5300-38.